Йо-йо-йо. Здарова всем. Это стрим Кузница Заклятых Врагов, ну, которая недавно вышла, так сказать, DLC. Я что-то протупил их снять. Я думал, ну, не нужно переводить, там же в основном геймплей, да, и... они особо ни о чем не говорят, поэтому... переводить этот стрим немного тупо, но... Раз спросите, то давайте попробуем. Все равно контента никакого нет. Поэтому чё бы и нет. Бля, я так заебался уже. Ну хотя бы крепость хоть какую-то уже залили. Ну блин, так скучно сидеть, ждёшь. Нахера это надо? Сегодня целый день пилил этот режим. Кузнец, а чё, не будет стрима, что ли? Целый день сегодня пилил... Нихуя себе. Кузницу этих врагов. Такая хуйня. Только один последователь и один заклятый враг. И то, но заклятого врага рандомно выбирает. И последователя тоже. Ну, только последователь со временем выберется на того, которого ты чаще юзаешь. А вот заклятый враг не. Тот, кто тебя больше всех убил. Но меня-то не убивают, поэтому он рандомно прыгает просто, да и все. Ну, давай, чё, стрима не будет? What's up? So we got a little bit of an exciting thing today. We got the Nemesis Forge today. So in Shadow of Mordor, there is a tool known as. Типа сегодня у нас такое большое, ну типа интересное обновление Кузница Врагов, чтобы, ну, я думаю, вы все знаете, это перенести вашего заклятого врага из самого верного пидораса в Shadow of War. Правда, не совсем понимаю, как я буду переносить. Я играю на Пеке, а как я переведу? Сейв спеки на плойку. Ну ладно. Вряд ли они организовали кросс-платформенный какой-то перенос. Поэтому я соснул, а вот надеюсь, у вас выйдет. Хотя особо некого переводить. Все такие какие-то, ну, нудные, что ли. That will allow you to import your shadow or your nemesis from follower and follower. Wow. Words today. Over into Shadow of War. So I'm here. Ну, он уже сказал, что это типа переносится. Ну, переносит врага и последователя в Shadow of War. Rabago, this is Mr. Mike DePlatter. Hello. And we're gonna give you a bit of a demonstration. Тёлка не пришла. On how to build a fantastic nemesis and a fantastic follower. I saw someone say, "Answer the damn question, Joe Winters." Don't know what your question was, so I answered your comment about it. So let's go ahead and move over and show off a little. Какая интересная крутка, блять. Какой-то город. А это крейсер. Ну и лайнер, я не шарю. So you can see that we're currently dressed as the what the hammer of Sauron, the hand of Sauron. Чё, правая, this is the black hand. Правая рука black черна. Yes. Блять, правая рука Саурона. О, the black они перебивают. Да? We defeat at the end of Shadow Mordor, of oh, course. Yes. A beautiful fight. Mm-hmm. So let's go ahead and move down to the Nemesis Forge. Dead off his nose. Кстати, для того, чтобы вы знали, она бесплатна, по-моему, до понедельника, и самое элитное издание стоит всего $4, поэтому кто ее до сих пор не купил, во-первых, вы дебил, а во-вторых, я просто не понимаю, почему вы ее до сих пор не взяли. В общем, успейте просто себе купить ее, пока она относительно бесплатная, $4 это... Не так уж и много, блядь. Ключ в интернете купите за 100 рублей на любом, блядь, киоске. I'll get that out. Oh, because that mouse. I was... Fine, but we're я, по-моему, брал за 200 чем-то рублей ключ. Yeah, Game so I guess we should explain what the Nemesis Forge is a little bit. So, basically, when you're playing Shadow of Mordor, you can create your own most despised enemy and your most beloved follower. And what we're doing is enabling you to take those characters forward into Shadow. Кстати, да, здесь прикольно работает этот режим. То есть там, блядь, заткнись нахуй, собака. Вот так вот. То есть тебе не нужны допросы, ничего. То есть уроки, когда спавнятся, они сразу открываются перед тобой. То есть они сами, ну... Туман войны убирается, и они и показываются их типа слабости, силы. Это прикольно, но хуйня в том, что здесь спавнятся только те, кто, ну, для кого возможен перенос. То есть тут нету такого урока,
которую бы ты не смог перенести, потому что, ну, типа, оно, этот режим на то и рассчитан, что здесь появляются только те уроки со скинами, которых ты можешь перенести. Фишка, ты когда заходишь, ты, то есть, куешь вся эта хуйня этих своих врагов и последователей, но когда ты выходишь, они сохраняются. А если ты хочешь их, ну, поменять, да, ты заходишь снова, их меняешь, то есть... так сказать, перековываешь. И играешь дальше. Все просто. Я сколько я потратил сегодня на эту срань? Не знаю, часов. Ну, со скольки? С 9 утра. Сейчас сколько, блядь? 23.11. Правда, чувак написал, что я забухал. Правда, относительно, в кавычках, забухал. Да, бля, мне что-то так интересно было. Я носился, хуярил этих урков. Создал одного самого прикольного чувака, он там всех разносит. Щитовик, блядь, просто монстр, блядь. Так, а чего они убили? We've had the latest update go out into the game, so you can see there we had in the menu, you can just go in under play and select. Создать своего, своих двух вот этих пидорасов, будем как их называть, немезис, да, создать своих немезис, короче. So you select this mode, you can go ahead and hit skip if you like and hop in. It's just the audio. Oh, we can listen to the audio as well. It's a we were gonna set up. Ох, как яркий, блядь. If you guys как remember, a while ago, we had a create your own nemesis live chat stream kind of thing, and we wanted to do something a little bit similar to that, a little bit more shortened though, because we want to show you both sides quickly enough in a very concise way. Хотят показать нам типа две стороны, то есть nemesis и follower. Быстренько, правда, часы. И то сколько они там минут 20 стрим они, ну да. Считай, где-то лазили. And a MUBOT chat vote, which I'll throw over to Andy when he is ready to be able to set that up. That will be of that. So basically, we're going to have a grunt kill us. So that we will have hunters will be one, which are the guys who throw spears. We'll have охотники это с копьями, щитовики со щитами, вполне логично, дефендеры, берсерки это сэвиджи, то есть маньяки из Shadow of War с топорами. Кого я еще забыл? Лучники, это арчерс, понятно, дебилу. Кого я еще упустил? Дарк нету, дарков нету, вроде всех нет. А, мечи, ну, обычные вориоры, это вармонгеры или же фералы, там уже по желанию, как она попадет. The archers, which are the guys with the crossbows, there'll be the infantry with the single swords. There'll be the defenders with shields and spear, and there'll also be savages, which are double axes, which in this game they're named something slightly different in that regard. You having fun? Seriously? Oh, no, I've forgotten it's hard going back. I just went to dominate that guy. So for your viewing pleasure. Привык уже Shadow of War, что там за секунды ты их доминируешь, а тут, блядь, по полчаса стоишь, и потом тебя бьют. Бля, нихуя себе стоп-кадр, тут чел такой. While we're setting up the vote, you'll have Mike DePlatter showing you how it's done as the creative director. I can't play this anymore. Where's my glaive? Oh man. So we actually have if you want to set it up, it will be in the base. Yeah, we're just doing different. I'll say them again for everybody. You'll be one. No, I'm just one. Which are the spear thrower guys? We have the savages, which would be the two axe dudes. Oh, I remember. it's kind of. Yeah, you have to grab the dominate kind of thing. Why do we think? Надеюсь, меня слышно. What are we thinking? So much better when it's just straight into the dominate. Infantry with the sword one. I'll finish that. And perfect. We have archer, which is the crossbow guy. We have the, что ему тут попалось? Вот я вижу справа снизу белый такой урок, прикольно выглядит, я бы его сделал за себя. Потом кто тут еще такой более-менее прикольный? Слева снизу тоже классный урок. Так, в принципе, все бомжи. Fender, with the dude with the shield and the spirit. Ага, и справа сверху. Самый правый верхний, самый правый нижний и самый левый нижний. Прикольные уроки. I think that covers everybody. Yeah, I think so. I'm checking quickly on our Так не нравится мне вот эти, блядь, с этой, блядь,
рогатыми шлемами, блядь, и с черепами. Боже, пиздец, как они меня выебывают. Вороны еще куда ни шло, их можно терпеть. А вот эти с рогами, это... Кто, блядь, кому-то, блядь, нравится? Well, that is another way. So, obviously... Вот эта броня с бутылками и с бумагами на животе, нахуя? The thing is, you have whoever your greatest nemesis is, the guy, you know, we keep track of all sorts of things under the hood of how you've built up your relationship. Has right. he killed you? Have you killed him? And he's cheated death? Have you been on missions with him? And he's right. fled? So there's all these things going on under the hood. Короче, что система записывает, что, ну, вы убиваете друг друга, потом, типа... он убегает, и ты потом убегаешь от него, то есть, ну, короче, система запоминает каждое взаимодействие с ним, и, типа, с этого выстраиваются отношения, типа. So, you're gonna have whoever you load the game up as whoever your current nemesis is. Right. But, if you do see someone in there that you think's cooler, that you want to engineer to become your nemesis, you can do that as well. Yeah. So, at the moment, this is our the Raven. Yeah. This war chief is our nemesis, but whoever we thought was cool. Кстати, да, немезис может быть только вождь. То есть, ну, у меня лично были только вожди. Если капитаны, наверное, убивают, то они становятся немезисом, но у меня были только вожди. So we're going to open up vote now as well for the grunt selection. Ну, последователи были и капитаны, и вожди, вот враги только вожди. Kill us. And then we'll go and talk a little bit more about how to engineer to get your nemesis. So that particular nemesis is actually the nemesis that... Сейчас они типа нам расскажут, как создать своих немезис. That was created from chat months ago when we did it originally. So there's a little bit of fan art and stuff, and he's, you know, he's close to our heart. But we're gonna create a new nemesis for this particular one, so that you guys are able to know what it's like to do so. Okay, and he, of course, is the guy who was in the video, the Nemesis Forge video as well. And so everything. We really have made him immortal. He's a special dude. He looks cool. Mm. I love the feathers and that kind of thing. We seem to be going in the direction of Defender as the selected option. We haven't decided yet. We're still getting in votes. But it's making my way around. There's actually, I would hang out with these guys a little bit, those grunts. Бля, они тупо ни о чем не говорят, но пока что они говорят, что типа давай побегаем, посмотримся. Because you can use them. Ну типа, потому что там этот чувак типа из трейлера, да, они типа создали его месяц назад с чата и типа, ну, подготовили типа игру, пока придет разраб, и типа теперь они просто, получается, покажут нам геймплей. Shadow of Mordor, dead. If to set a death threat at a guy that we want to have a bunch of grunts of the type that we want to kill us. Look, they're right there. Or you can also use one of those too. That's true. If Defender is selected. Before they. Можно отослать типа он говорит угрозу смерти, верно? Типа и получается вокруг чувака соберется его, ну, банда, которая если тебя убьет, то по скинам она будет похожа, ну. На этого главаря банды. Looks like Defender is gonna be it. 38%. Прикольно, well, Карагор так повернулся. Like, ну, ладно, я уже привык. Yeah, feel free to get yourself killed by one of those guys. Our targeting is so much better than that's, I think, this is I'm a bit biased, but I mean, you are, but I think this is now my favorite part of this live stream is you just talking about how much better war is in your opinion. I like that initial. Oh, sorry. Капец. Пришел из Shadow of War и говорит такой, типа, нихуя себе здесь, а им лучше. If the Caragor kills him, as you guys remember, he becomes the Caragor captain and then just, like, takes over the entire place. So, this is still a great game, but... Типа, если Карагор нас убьет, то он станет Карагором-капитаном. Этот разраб такой, не-не-не. Это по-прежнему лучший день, ты мне не испортишь настроение. Asgard, thanks for voting for me as the grunt that kills us. Нихуя себе дамаг прилетает от Карагора. Умри, блядь. Cool, yeah, one of these guys takes you out, you'll be good. Все. А, он специально. Он, наверное, делает бессмертного этого. Ну да, да, да. Я понял. Фишку. Flak is gonna be our nemesis. Ну, Flak станет заклятым врагом. Я, кстати, пробовал сделать сегодня Редбэга этим
Кросария Немезисом не получилось. И ни последователем, ни Немезиса, глич на нем не работает. Но он не возвращается назад в Нурнен. Ну, не понимаю, как этот глич. Ну, может, его пофиксили, хуй его знает. Но не работает, короче, Корсарий. Но лично у меня. Okay, we've gotten to 5. It's a good start. So, as we have in the background, a couple of them, you know, the... Промотка времени. Other conflict and confrontation missions resolved. We'll start Ух ты, прикольная броня. We're going to make Flak our new nemesis. Horza the Bureau. Good for you, Horza. So, thing one that I think is the important part that I wanted to make sure that we remember. Oh, is, that, is he moving up? Oh, what level is he now? He just moved up in rank, so he's promoted to become a captain. Это тюремщик. Да. Everybody he's got that little diamond. Got the little diamond for the revenge target. Show that he's a revenge target. So let's go. Yep, and he's actually gone on a mission to celebrate. So he's on a feast celebrating his victory. Он пирует, сука. Let's go and have him kill us again. Убил Талиан. Send a death threat on him first. No, let's just do a kill first. Or I mean, whatever one you want to do first. All right. If we do send a death threat, we'll have more grunts we have to kill off, so that he's the one who kills us. Yep. So maybe it would be better to save the death threat for a later time. He's become a bodyguard of Warsaw as well. Mm-hmm. Alright, we will head straight over and we will die once more to Flak the Gaunt. Это немного неловко переводить Shadow of Mordor, потому что, блять, я сейчас сижу и такие, наверное, очевидные вещи говорю. Ну ладно. Oh, he's close by. Сами бы просили, ёпта, я же предупреждал, что ну тут нечего смотреть. Yeah. Все в этот режим, кто мог, поиграл. Как кольцо может исцелить землю, пострадавшую от войны? Нам, блядь, не понимаем. Ага, да, да, этот разраб говорит так же, как и ты, Келимбримбор. Бля, он может нам заспойлерить что-то интересное. So the things in order to make them new nemesis, you generally have to interact with the guy. So through some experimentation and that kind of thing, you can find various forms of interaction that are more like stronger compared to other ones, like if a killing or versus retreat and that kind of thing. But in this case, we're gonna have the individual Horza kill us again, because that will give us more of a relationship with him. And that will bump up the likeliness that he'll be able to become our nemesis and beat out that other previous chat nemesis. Ну, типа, они сейчас будут сливаться еще один раз, чтобы он, типа, стал сильнее. Ну, там, по-моему, три раза надо сдохнуть, тогда он будет бессмертным. Ну, то есть он будет возвращаться всегда. Ну, блять, он тупо бессмертным будет. Если его только не убьет наш Урук, или, по-моему, ему голову не отрезали. И то не факт, по-моему. Сейчас бы вставить эту музыку из Нео, блядь, и, короче, 10 из 10, просто момент года. Урук, блядь, уворачивается от стрелы. This is Spyridon 1. It's 170 hours in Shadow of Mordor bad. I consider that a badge of honor, but that's like level 2. To get to level 1, you're probably like 1,000 hours. We got a couple thousand hour people here. А, это он говорит, что у некоторых людей тут по косарю часов. Да. Я даже не знаю, сколько у меня, можно даже глянуть. Типа ебашим где-то тут. Где-то тут. Ну, косарь 1472, 1472. Ну, бывает, бывает, короче, как-то так. Как-то так. А что делать, ну, блядь? Бывает же скучно, да? На 1000 часов. You play Shadow of Mordor, right? Something it's really interesting going back and playing it, because it's a lot of fun. But of course you notice all of the differences on the new one. Oh yeah. I mean, one of the cool things with the Nemesis Forge going out now is that we've got the free weekend for the game, mm-hmm. got all the sales going on the game. Он говорит, что типа главное, что когда мы апдейтнули эту кузницу заклятых врагов и последователей, что мы типа сделали игру бесплатно. Типа, чтобы люди там побольше народу, типа, ну да, это типа пиарчик такой. Бля, вот броня у этого у правой руки просто божественная. Согласитесь, у него лучшая броня в игре.
cool chance to get Черные руки Саурона. We will cycle back to talk about the sales on the free weekend as well, so that you can know where to find those. We have a graphic. Там, по-моему, до первого числа. Не, не, пиздёж. До понедельника. Какое сейчас число? Восьмое. Ну, до этого. Суббота. Сейчас же суббота, да. Нихуя себе. Ну, до 10 числа. Aw, good for him. Для него щит деревянный. Eat and drink all you want! Good for him. He's already green. Он просто неуклюжий. Это скилл такой. Well, in this case, well, it's not gonna matter. You're right. Типа захватить мог. Oh yeah, please. Well, your job will be to kill off all the grunts so that he's the one who kills them. Okay. So feel free to be as badass as you want, and then let him in. Гля-гля, так разрап играет лучше, чем та тёлка. Типа, у меня поплыл мозг, я же, блядь, могу поклясться, я убил тебя. Вот это копье прям в стоп-кадре, смотрите. Урук убил этого хоста Твича. Nice, Ibrahim. 123098. Убийство в реальной жизни. 179, or 19 hours. 119. Very nice. Бля, я уже хочу Shadow of War. Я дико хочу Shadow of War. Я, наверное, буду из первых людей, кто будет просто 24/7 стримить Shadow of War, блядь. Пока не сдохну просто вот вообще без сна, без еды, блядь. Классная анимация просто. Wow, he's listening. А, то есть он просто. А, ну да. Ooh. Here we got an interesting question from Kyranime. It's Nemesis Forge question. Do Uruk captains return from death? So it depends on, like, so if you... Типа спросили в чате, возвращаются ли капитаны Уруков. Да, возвращаются, если умереть от него три раза, и, по-моему, это единственное условие. Потом он будет возвращаться постоянно. Там через какой-то, там, через минуту он, блядь, прибегает уже сзади тебя. Remove the head or blow up the head. No, they're dead. Almost over. Almost, no, he's not. That was a bug mess. But, Ну как, если только взорвать голову, он умрет. То есть отрезать, ему могут пришить ее обратно. In the case of, Forge, like, Forge, you make sure you have the icon over the guy, and that is the one who's your nemesis. So. Yeah, so anyone who cheats death, that is... fighting talk. Is he leaving us alone? He's humiliating. Бля... Эта срань не может... Эта срань не сработает, наверное. Он же должен нас убить. That's not too bad. All right. So, oh wait, he's the one who fled? Well, he left. I feel like he wouldn't like to know that. That's how we quantify it was him leaving. Лол, он убежал. He's back, it's fine. Классно, классно, да-да. Я тоже хотел сказать. Okay, so he is still not gained enough of a relationship with us to be our nemesis. Let's attack him a bunch and see if we can make him run now, like as a retreat. Okay, I want to check out his fears in order to do that. Okay. Ебать. К стелсу, к комбат, блять, этим боевым добиванием, дальним атакам, он неуклюжий. Страх ебаных мух, страх карагоров. Единственное, что он ярость от поражения. Ну и то. Хотя щитовику она может помочь, но... Ебучие мухи. Oh, perfect. And flies. He's being he's terrified of Karagors, but he's a monster slayer, so it's not a bad mix. So we can. Блять, его можно легко качнуть, если спустить на него Карагоров, он их порубит, потому что он убийца чудовищ и все. Он прокачается до двадцатки. He's trying to beat his fear. But let's make him run. Конфета. We don't want to death threat him. Нужна конфета. Not yet. Мордор утомляет. I say let's death threat him after конфеты we make him run. Конфеты восстанавливают энергию. How far away is he? He's quite far. Do the fast run? Mm-hmm.
Perfect. Oh, look, that's handy. Your nemesis is also marked on the map as mm-hmm. well as in the army screen. Your so follower really is awesome. As well, actually. As a... Он так удивляется метке заклятого врага. Блять, такое ощущение, будто он игру не писал. Ну ладно. Hand on the map. Should be somewhere up. Who's on here? I know we have one. As we're looking for the follower. У него на футболке написано «Все звери дикие, 10 из 10». Ну, типа, человек — это тоже же зверь. Wow, the maps are a lot smaller, too. Yeah, that's a... It's I mean, we've been talking about that, how much bigger all the maps are. Yeah. Cool. Okay, sorry. Oh, I got distracted there. Карта маленькая, на самом деле. I've got an interesting question from... У меня есть руна, которая... типа позволяет бежать вдвое быстрее. Не быстрее, а дольше. Получается, не нужно перепрыгивать через каждый камень, то есть через каждый третий камень. Очень помогает при перемещении. Охуенно. Volturk Surge essay, which is actually an answer that I feel like I'm going to answer kind of more generalized question. Помню, как which я выбивал все эти руны what kind of changes золотые на меч. Я тогда еще не знал, что как можно их легко получить. Кстати, совет изи, вот просто как получить все руны в игре, золотые руны. Новичкам, в принципе, этот совет тоже пойдет. Здрасте, если кто как раз попал на видос и реально интересуется этой игрой. Доходите до момента, где вы сможете всех клеймить и приручать, ну, капитанов. Это миссия после приручения обычных бомжей. Приручайте капитана. Приказывайте ему... Перед этим кидайте на него угрозу смерти, приручайте его. Приказывайте его убить какого-то любого бомжа. Он его убивает. Ну, в плане не бомжа, а капитана бомжа. Приказывайте, чтобы он стал телохранителем какого-то крутого бомжа. Приказывайте ему его предать. Он его предает. С вашей помощью, я думаю, он его убивает. Становится вождем. И вы просто убиваете его одной кнопкой. Нажимаете К. Ну или типа, если вы не качали этот скилл, то просто скидываете его с обрыва нахуй. И с него выпадает золотая руна. Изи. So the biggest thing I would say is that we've enormously expanded the traits and the abilities in the Nemesis system. So now they have. Короче, он опять хвастается своей системой Nemesis, что они увеличили типа скиллы, то есть там больше типа слабостей, больше сильных сторон. Ну да, особенно входит в ярость от всего. Это как. У меня на канале есть видео, оно 7-минутное, по-моему, там на обложке стоит чувак типа Ворон из Shadow of War. У него скилл ярость от всего, пиздец. Приходит ярость при виде всего. Classes, they have elemental weapons. Right. We have a lot more attacks, animations, traits, abilities, weapons. So, you know, they can certainly do everything they were able to do in Shadow of Mordor, right. But we're now able to add a lot more variety and skills and abilities. And as we can see here, they can go up to level 20. Right. They can now continue to grow and become a lot more powerful. Ну, вообще-то в Светлом Властелине они до 26-го, и в DLC Торвин они там тоже 26-е. Ну, 25-е, 26-е. And varied in Shadow of War. So... Oh, yeah. So they are going like everything else. Так что 20-ка это не предел. Хотя в оригинале, да. It's exciting. So to answer that one, there is a kind of there is. Let's see. As you saw in the Nemesis Forge trailer, you can see how like that's actually a really good example of how the look will be a little different. Where it's like. А, типа он говорит, что они будут смотреться немного по-другому. На самом деле, да, но там типа гамма другая цветовая и немного элементы брони поменяли. Но в основном они, в принципе, похожи. Посмотрите трейлер, я оставлю на него ссылку в описании. Там в конце буквально последние 10 секунд они покажут, как он выглядел до и после. You can still tell who it is. Разница, по сути, ну, там хуйня. What did that one do to you? Куда он бежал? Прикольно. Испугался, блядь. Он бежал. Keep going to... Mplezif, does the area you play in play a role in the Forge? From the Shadow of Mordor side, I think is what you're asking?
wherever you play Nemesis Forge, will they will transfer over follower or Nemesis as well. Yeah, we're some time later. Like, you know, we're more than a year or so later, so they've had time to travel around and pursue you. Okay, so we want him to flee. So what I need is a character. Or some flies. That's true. Выстрелил буквально внизу, блядь. Вон эта хуйня карагорская, прямо под ним. Выстрелим в нее, он же боится карагоров. Дебил. Просто. Почему все такие дебилы? Я не знаю, может это не из-за неопытности хуйня. You can use yourself as bait. That is true. Like ну, висит огромный кусок мяса, но что непонятно. If the nemesis is bodyguards, do the bodyguards go with them? Just the nemesis. Bodyguards aren't going to carry over. Okay. Здорово. Manfields. Или как они там любят. Buttons. See, game killer wiggle, 10, wiggle, wiggle. This is in our save game. Are you referring to the Nemesis? Because the idea is that you go to the Nemesis. Just behind you? Yeah, вон же, блядь, ну действительно, ну какой дебил, ну чё он такой дебил? Oh, that's neat. It's directly above me. That's why. So I'll just bring him over near this fire. Come on. So it's the Nemesis Forge is its own segment. So I that's the place where you actually do the forging. And I actually... I think that would be the best place to build it. And it will take your actual hierarchy from the game you've been playing, the main game. Что-то я как-то сыковенький стал. Огненное надо выстрелить. Да не в это, бля! А хотя мух он тоже боится. Действительно. Он же всего боится, он лошара. If you follow him too much, so не, он должен убежать, разве нет? Just wanna make sure. Ну, буквально за стену забежит, и типа игра напишет, что он забежал. He knows that you're toying. Он на карте, можно просто. Вот. Ну, я говорил. Смотрите на карту просто, блядь. Он забегает вне зоны видимости, просто вот смотри, он ныряет. И на карте он. Все. Заебись. Cool. Вот so, что меня в игре больше всего бесит, а когда пытаюсь капитанов, вождей догнать, okay. Пиздец, иногда такая срань бывает, просто так бесит. He's still our revenge target. Okay, he's fled. Oh, that makes sense. He's made his way. Он будет целью для мести, пока ты его не убьешь. So now what I need to do is to find a nice little girl. Он слева. You can, слева. Too. Справа. Вот, все, он видит прямо. Grab and dominate with A. Massively improved. Какой-то странный немного, чувак. Что, вообще ни разу не играл в свой продукт? Это типа, не знаю, какой-то банальный пример, типа сделать ребенка и ни разу его не видеть. Ну, типа того. Captain and War Chief on the board. So if you're referring to the, what happens with the Nemesis, that will изверство нужно. There's nobody transfer over in that regard. So what you'll want to have somebody open to be able to take that position. There's Death Threat with A. Подожди, что он делает? Точно. Он слишком близко, нельзя. Да, точно. Я даже успел раньше сказать. Target is too close, I see. Interesting. Если находишься в одном регионе, он просто не успеет зареспавниться с этими соратниками. Right. Dave's McKissick. Greater chance of ever groom. Jim McKissick had a comment. Вот меня так бесит этот шлем. Ну ладно, броня прикольная по бокам с черепами, но шлем, бля. Which is like, what kind of tribe will your nemesis be? We'll leave you guys to find that one out. You guys do. It does, yeah. They do map, like if there is a good mapping. So if it's, you know, Blood Axe, there's obviously a chance of him being something, you know, associated with blood and terror. So. A lot of them naturally gravitate to certain particular tribes. Right. But we'll let you guys find those ones out as it comes out, though. Ah, он хочет точно. Let's see, Nico the Dane, do the Uruks we transfer get any new abilities? So that kind of depends on the transfer itself, because there is so many more new abilities in Shadow of War. And there isn't always a one-to-one trade, so sometimes... Единственное, он говорит, что типа, если ты его перенесешь, то скиллы его могут немного не совпадать. Ну, потому что в Shadow of War много скиллов, в варианте юности, типа, гораздо больше. There will be cases where there will be a guy
who has more ability. Но там кровожадность есть, я видел. То есть капитан с кровожадностью, все. Это Улахай, будь то Урок, все это 10 из 10. Он любого порвет. Атаки восстанавливают здоровье. Зависит от здоровья, как часто они будут использовать захват. Чем меньше здоровья, тем больше вероятность захвата на юните. А он будет хилиться, поэтому к нему захваты почти применяться не будут. А если он опытный воин, в Shadow of War он просто всех трахнет. Опытный воин плюс кровожадность равно пройденный Shadow of War. There we go. There we go. Power increased. Ooh, good for you. Теперь он объект мести, еще и угроза смерти. Alright, so he hasn't become him yet. So let's mess with him one more time and drop some more flies or show him a Karagor. I can run again. We can let him kill us once more. Or that. We can go with that too. If we really want to make him into our ultimate enemy. В этой части такая красивая броня у щитовиков, они такие темные, блять, как они мне нравятся, пиздец. У меня сейчас в Уду не один щитовик, а у моря Нурных два, там они братья. Один в броне костяной, а второй в темной такой броне, вот как вот этот ихняя типа заклятая цель. Боже, какие они охуенные, это просто пиздец. It's a Nelvel 123. I do have a Twitter, Kublai Khan. You can find there's a, if you go to the Shadow of War Twitter, we chat it pretty consistently. So that's a good option if you want to make sure you get to the right one. Okay, actually, given that he's got that terror of Karagor. Может быть предзаказ потом сделаю. Не знаю. Может в следующем месяце. Еще пока рано, поэтому. О, вот это стоп-кадр просто на заставку, блять. Так, нужно принтскрин нажать. Угу. Ну чё, принтскрин будет, нет? Look at those teeth. That's what you need for gorging. I guess, yeah. He just files them down. Gorgeous. Зубы у него топовые. Let's see, I see a question related, and this is an important one. So if you're going to be transferring over Urus, it has to be from your console, let's say PlayStation 4 to PlayStation 4 kind of thing, or excuse me, it has to be from your... Вот он сейчас говорит о переводе сохранений, то есть нельзя перенести с компа, как в моем случае, на плойку. Here goes. Ask me from the same profile. So your profile should be the same, and then you'll be able to transfer it. However... То есть один профиль, что в Steam, что в Xbox, что в PlayStation PSN, то есть только из одного профиля. So PC to PC works, but it has to go to PC, kind of. PlayStation, Xbox, Xbox. Oh! Oh no! You killed him! I couldn't help myself. Well, sorry. Success. I got overexcited. He was fleeing on the Karagor. I just had another requirement to designing a nemesis. Don't kill them. It said fear. Fear. It said. It didn't say vulnerable. Ничего, но там, я не знаю, но если есть у них мясник, то его могут воскресить. Press F to pay respects. Oh, stealth! Alright. Oh, man. It's all good. Бывает. What about the headshot? I know, everybody is pressing F to pay respects. Я даже своих иногда убиваю, чисто случайно. He could come back. There's actually a pretty high chance. I mean, you kill him. So where would you go, though? And, like, what would be the means, then, to bring him back? Well, if... I mean, normally, we could just play. Mm-hmm. In this case, I could pass time. Okay, so pass time real quick. See and then what do happens. It's a good way to find out. Hopefully, we should... Если на него кто-то наступит и его заменят, то он больше не воскреснет. And then truly... And then he'll have a cool scar. Надо бегать в открытом мире. И тогда, может быть, он придет. Anyway. A cool knife blade scar. Yep. Oops, I'm sorry. Oh man. Ой, нет. Все. GG. GG. Hammerhead 45. Would it not be a good idea when you have a branded grunt instead of having him kill you to promote a captain? I think I get your question. Grunts that you've branded won't become promoted to captains if they somehow kill you. At least. You have to find a way to make them kill you. And I think that's the case in Shadow of Mordor. So you would need to have them kill you, then you brand them. Is the direction that you would go with that. It's a nice new day. Они разговаривают о том, как делать этого заклятого врага. What I will do, I will
head on my way to who's that? We should stay with a defender. We did want a defender, didn't we? Right, we did want a defender. Alright, so he's pretty cool. So we'll go. В смысле, он крутой, он... О, нет, 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 я хочу промотать. Сколько досталось? After this guy. The God Master. And we'll try to make this guy our nemesis real quick. Я не выдержу смотреть на этого лоха. Just as a heads up, you have... It's 20 minutes... На глаза болят смотреть на таких уроков. Sorry. Oh, look, he's a defender, and he's got a death threat on him. So. There you go. Yeah, that was the brewer guy. Yeah, he's pretty cool. Ну, этот более-менее... Enraged by Gorth. So I'll go the other way. I'll see if I can... Oh, I need to make it night time. Oh. In that case. Oh. No, sorry. Oh, my God. No, I'm on it. Ну что они тратят свои стримы? Я бы лучше Shadow of War посмотрел. Ту же крепость, блядь. This is a great outcome. Well, this is something about... I mean, we know, we have a little bit of a window in your psyche. It's like, he just had to go. Like, сколько там осталось? Месяц, да? Like, два месяца до выхода Shadow of War. You were the master puppeteer. Ну, 2.5. Бля. Бля. Hero of From 2. Questions about how we там meet our nemesis in Shadow of War? Ah, we'll let you discover that. It'll be special. On 20-ка, он прокачан. I'm gonna kill you. Why delay the inevitable? It's a cool looking dude. Рано или поздно я убью тебя, зачем откладывать неизбежное? I'm going for the defender. Okay. Okay. Wars of the Brewer. Как они не попадают? Это просто... О, наконец-то хоть что-то попал. У меня одному кажется, или у меня в игре они более точнее кидают эту срань? Не знаю, у меня попадали много. Too easy? Yeah. I mean, if you're accidentally killing him, that makes sense. Как я хочу себе сделать олохая какого-то клёвого. Такого прям пиздец. Can I change? Я хочу Feral Olohaya. Он когда дикий, он может больше захватов юзать. Или Вармонгера. Блять, а уроки будут мистик щит. Мистик щитовик, блять, они такие красивые. To jump in to make it faster for you. Do missions with them. Send them on missions, interact with them, and then as long as they're still alive, that guy that you want to become the most loyal follower will increase in likeliness of being the most loyal, and you can switch over. Это он про преданность этого говорит, как его, последователя. Если, типа, часто ему помогать на миссиях, то он станет к тебе более лояльным. Ну, как бы в этой игре этого нету, но запись то, что ты ему помогал, перенесется в Shadow of War. Если у вас, естественно, нету, как у меня, кроссплатформенная проблема, то во второй части он будет к вам относиться просто, блядь, я ебать, хозяин, моя прелесть. Крутые уроки с этим, со скиллом ищейки, они могут тебя вообще, блядь, за полкарты, блядь, за тобой гнаться тупо. But, they asked for defending. I think you have to do the mission for him? Nope, he's in the target area here. Ah, I see. It's just a fairly large area. Sometimes they can be a bit close. Это небольшая зона, это ты не смотришь по сторонам, ты тупо лезешь вперед, ты хоть бы, блядь, осмотрелся, может, он уже где-то есть. Большая зона, да. Он вверху. Who is your nemesis and who is your most loyal follower? I don't think we have that in the story mode, I'm trying to recall. Серьезно? И никто ни разу не попал? Прикиньте, ребята. Kind of would love it if he would cheat death. He should have a pretty high chance. It's just being a little bit time limited. Right. Ну да, там нужно время типа дать, чтобы он воскресился. Like, oh, guys, just go to this area and he'll come back, yeah. I swear. Жалко, конечно, что они проебали этого. The driver, can you shame your follower in Shadow of War? Here we go. There he is. Жалко, что не проебали этого. Немезис, блин, такой клёвый был, зубами. You can do whatever you want to your follower in Shadow of War. Прям такой, прям агрессивный, oh, блядь. Oh, no, I'm showing up too. That's, the figure? Yeah, who I... Здорово. Oh, здорово. Here. Здорово. Yeah.
gotcha, 12. If you kill your nemesis in Shadow of Mordor, if they they need to have the nemesis icon over their head to transfer. So it's not like you'll kill them in Mordor and then they'll cheat death anymore. It can only happen in Mordor and then be transferred over. Он говорит, что типа если ты убьешь свою немезиду в Мордоре, то она типа умрет и в типа в Shadow of War, типа, но нет. Нужно, короче, башка вари, включайся. Это спать уже хочется, блядь, и тут надо эту срань перевести. В общем, если ты убиваешь свою немезиду в Мордоре, то она не умирает в Shadow of War. То есть он просто сейвится, и да и все. Okay, so he's killed me before. He's a revenge target, he's got a death threat. You gonna scare him away? If you fight him enough to get his health low, sometimes they just retreat. And it doesn't require the fear. I think it's a faster way to force things up. He's gonna begin killing me. Надеюсь, ты не убьешь его. Сейчас. Remember, you got two shots with that. Ooh. Asgard, don't kill him to flatter. Убивай его, Розап, убивай. Can we get an orc named Mark the Flatter? The technical raven? Okay. Ох ты. Почти ваншот. Нихера, как кровь может разъедать? Ну бред. Там кровь чужого, блять, или что? Да все, убивай. Молодец. Could kill me before, can't kill me now. I love all his drinks. See if he becomes the new nemesis. Oh, lead bag. What a name. Wow. Мне всегда нравились эти костяшки из дикого племени Бута. One thing to keep in mind is if you're having trouble getting the perfect nemesis, kill the old nemesis. And that will also be able to do it. Oh, that guy's all the faces on him. Yeah, the skin flakes. Fat head. Oh, poor guy. This one's not too прикольный, fat. Прикольный вот этот тоже, да. Yeah. P-H-A-T, Такра. Fat. Такра. The fool. I know, it's such a great тупица. Name. Okay, so he's not yet our nemesis. Do you want to... So, we can let him kill us again, or yep. We can make him run? Oh, let's check him out. Might be too tempting to. He's got a fear of Caragors, but. Regenerация, прикольно. But no vulnerability for stealth. So. Hate of Grounds, hate of Ghouls. Okay, yeah, he's good. Alright, very good. Самое интересное в этой игре это, что у них есть ярость Грауром, но. Грауром они ничего сделать не могут, потому что в этой игре Граух его хватает в руку и все. Pretty cool. I'm конец любому уроку. He's mic-proof, basically. Glad to see he's mic-proof. So it is. You have 14 minutes for the. I got this. I'm able to hang around and finish up and show you guys follower stuff. Just Mike has got some important stuff to run off to. Oh. Okay, just gonna find him again. Mm-hmm. Нахрена охотники блять ходят пачками. Yep, there he is. Okay. Target. Thank you, King Elise, for latching on the mic proof. Да просто, блядь, подкрадись и изуверством ёбни по одному из сорта. Да, блядь. Mainly answering questions related to Nemesis Forge. I see a couple questions asking specific to Shadow of War things. Аля. So just as a heads up, if I'm... Вот эти атаки они стали юзать во второй части против врагов. Боже, это так круто. Просто я теку. Skipping over those questions. Sorry, I'm just trying to use a blade again. It's a good one. Boom. Mando Bobby. I've actually answered the question about the follower thing, but just to repeat it, because it bears repeating, if you want to avoid killing your follower, make sure to do multiple missions with the follower you want to become the new follower for you, so that you get the hand of them. So yeah, we're developing a little relationship here with Horza. Just need a Caragor. You went in without a Caragor? Oh, there's one. He also had fly dislike, I think. He was pretty similar to our last guy, just without that vulnerability. Yeah, just mic proof. Там же запрыгнуть просто на него, да и все. Можно издалека. Он когда с клетки выпрыгивает, уже на него можно запрыгнуть. Nice, Jordan. You can transfer nemesis or followers over as long as you transfer them over to the same platform.
A double fear. Double a fly fear. Followed by Karazhan. All right. Run quick. He's going to be running back and forth in between the two. Запилить мозг. Этот, найди урука со стремительным скиллом, запугать его и включить музон это ран. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. И он, блядь, вообще по мордору как спит. Actually, как флэш просто. Actually, I can't attack him and he won't die as well. I think you should avoid doing that still. I think so. Ну и зачем ты за ним бежишь? Crazy solution. See, it was fine. Didn't kill him. That's what was supposed to happen. Why would you test that again? Говорит, было бы весело убить его снова. This is fun. It is very fun. Oh, no! Leave him alone! There was a question. Чё он умирает? Should we restart the game to have a real bond with your follower? You do what you like, man. If you want to have a real bond or you want to have a real hate, you do how you want to do you. All right, well, let him escape. Is that the go- or let him kill him? Let him go. Just let him go. Bye. Oh, abuse. You're my best friend. You can transfer one nemesis and one follower. Здрасте. He escaped. He escaped. Cool. So there's a moderate chance. Oh, not yet. So I think, so in my experience, to take out our nemesis, there could be two major interactions. Two kills and two kills for our personally. The other way we could do it, of course. Just kill the guy? Is kill this guy. Yeah, we could just kill that guy. And if we eliminate him, there would be a fair chance of... Не, ну вообще, по сути, надо просто умереть три раза, да и все. Это easy, это просто самый простой способ. Потом он тупо будет воскрешаться. I would mess with the brewer one more time, because I have a question for chat. Type in a bunch of ones if you want us to kill Fulgrim. Technically, he's your baby, all you guys in chat. So ones if you want to do it, zeros if you don't. Ones if you want to take him out, zeros if you don't. Specifically for Fulgrim, because he's your baby. You guys made it. Это он типа запустил голосование в чате. 1-1-1-1-1-1-0-1-0-1-1-0-1-1-0-1. Oh, there is a pretty big... It's kind of leaning in the direction of ones, but it's a pretty even spread still. So... We're gonna mess with our brewer one. That's pretty cut down the middle. We might actually have to do a true vote for that. В этой части уруки, ну, смотрятся как уруки. The votes are gonna be kill. Раскрашенные такие в грязи. А во второй части они вылезли. Они будто из душа нахуй. Мубот чат one, because it's if there's enough of you guys where we can't tell immediately. So kill for taking him out. And live for keeping him alive. We're still gonna mess with the brewer real quick, just to set that up. Слева. Что, только слепой, что ли? That might even give us... Well, he is nearby as well, so we've got a nemesis just over there too. Definitely do the brewer. Right. Oh, here we go. Nope. Gong him. It's, we're seeing... It's now a lot easier to see the difference in split. Because last time it was kind of hard to tell the difference. Right now it's leaning very much in the direction of kill. But let's still mess with the brewer. Yeah, там еще один есть, по-моему. Because he's just there. Рядом с ним. По-моему, да. Там еще один. Я точно говорю, я кого-то видел. Still looks nice. For all you guys who are just writing the word live or kill, you have to do exclamation mark, vote, and then the one vote you want to do. Ну, уже. Все равно придется сражаться. Крепость на ушах стоит. As long as you hurt him enough that he runs away, that's you're at elf shot. How many times must I? No, you can run as well. Okay, just retreat. For you to realize you are outmatched. Oh, okay. It's how it's. I'm just giving you options. It's starting to go 60-40, which explains why it was hard to tell. 40-60%. Vote crack open a cold one. Голосование. Yes, my cold water bottle. Неплохо сломана анимация. Oh, that was a cool shot. Кстати, самое интересное, если одеть скин. Ну, я сегодня играл, если ты одеваешь скин светлого властелина, то ты бегаешь с кольцом. Ну, как бы кольцо юзать ты не можешь, но у тебя есть кольцо. Just killing him real. Проверьте сами, если мне не верите. Where? Choosing what is now our massively upgraded Elven Wrath, but it's still pretty fun. Yeah, the executions, А, я думаю, что у него так много казней, у него это Будда.
Урафиэль или как-то так. You might want to just do the run, because there's going to be so many dudes around you. Your face of disapproval. В смысле много юнитов? Я крепость забираю. Блять, ну нахуя убегать? That's more your style. Убегают бомжи. Yes, it's more your style. Охуеть. Ой! А блокировать тебя не учили? So I see a couple more questions, you know, so related to what kind of transitions can happen between your nemesis and your follower, or from Mordor to war. So time has passed in between the two. So sometimes they'll look a little different, things are different, and that kind of thing in general. So. Он говорит, что типа там же проходит время, типа. Они могут меняться, то есть эти заклятые враги, что даже скин может поменяться, там все хуйня. There isn't really necessarily easy one-to-ones for us to answer for you. It's kind of dependent on your follower and nemesis themselves. I'm going to kill him. You're gonna let him kill you? Yep. Oh wow, good job having him be the one to kill you. That's always so hard. Ooh. You have died. Oh, there we go. So many times. Success. So oh, many man. Times. We will meet again. So Horus the Brewer is now. Там написалось типа, что он теперь новый мизис. Flamemonger. New nemesis, Horus the Brewer, and you did it with 7 minutes before you had to get out of here. Do you want to do a quick? Опа. Show them how to make a follower quickly, or do you want to do show them the follower in a little bit of time? Oh, yeah, I forgot that there is a chill. You do the follower. I'm obsessed with wanting to kill this girl. Taylor Swift. Ты вы видели только что Урук Свифт? Как же Свифт? I'm obsessed with wanting to kill this girl. Because technically, of course, we can play Shadow of War, so... Блять, она говорит, что они могут поиграть Shadow of War. I could actually... Technically... We don't have to wait till October the 10th. That's true. Yeah, we could actually do the transfer if we wanted to. Yeah, I really, really want to kill him. You really... Well, before we kill him... Pain just makes him stronger. Before we kill him, that's actually... So one of the ways that you can make a guy follower quickly is you can actually brand your nemesis. And then he becomes your buddy real quick. So let's go ahead and make him that, and then we can. Заклеймить свою эту, ну да, заклятого врага. Но он же может. Он сказал, что может поиграть технически в Shadow of War, но типа придется ждать или что? Okay. If you want to do that, I would rather save him as my nemesis to come into Shadow of War. You want him as the nemesis. Mm-hmm. Okay, we'll leave him as nemesis. In that case, what we'll kill for. How about we brand Fulgrim? So that, I mean, a lot of people wanted to kill, but we could still blow up his head. But I just want to demonstrate how to make a follower. So Fulgrim was our nemesis beforehand. So we can go ahead and grab him and turn him, brand him real quick. Because it's the mission is kind of an important part to demonstrate that we can transfer him. But right now we got this guy, who's also a bird favorite, who's ready to go and be transferred. The Hellhawk. The Hellhawk to the... Raven. Ooh, I kind of like Raven, especially because he was ours related. Everyone's like, transfer. We'll have a stream eventually where we can show you guys the transferred guys. Mm-hmm. Might be October 11th or something, but we'll show you. All right, so... The only problem with that is there's no way to make it happen quickly. Right. So, сейчас нет. Yeah. There's also an interesting thing here. Because I selected him, I told he's now our new nemesis again, so we're gonna brand him and actually have a switch where we'll have a new follower a new nemesis. So, because when you're selecting them, sometimes that will happen as well. Well, you'll actually start. That's another way to kind of encourage them to become your nemesis is just select them. Yeah, that's something we've definitely upgraded a lot. Is there's so many more ways you can actually interact and take advantage of your followers this time. So you can summon them and you can give them orders to attack enemies. Ну да, типа, что во второй части там же есть командир и призывает, типа, кучу народу на помощь себе. I love the way that the grass moves when running. Like, I know this is an older game, so the way that the grass moves... Я так хочу уже поиграть во вторую часть. To me, I always consider an important rule in any well-developed game. Но я не могу перестать играть в первую, видимо, это из-за того, что вторая не выходит, и у меня какая-то, я не знаю, что-то вроде ломки, я не знаю, типа того.
Anybody need to do a quick job? No? This is close enough. When we had a couple speed runs that we did with Shadow of Mordor, oh, yeah. I saw everybody walking in the slow time as the Celebrimbor boat, and then also using Shadow Strike to move around everywhere. Mm-hmm. And it was amazing how much faster one can go when you do it that way. It's cool now. Now you can Shadow Strike to the ground as well. Oh, yeah. So, and so you don't need a person. Things up. Yep. Bring death from above to drive him into the open. All right, strike from above. Let's do this, and we'll give him good ol' and five into the face. Бомжей. So, who are our dudes we want to hit from above? Here, over there. Наш друг, который убивает нас подряд. Ну как, они специально сливаются. Sorry for pushing you off to your death. Это было бы сложнее, если бы он был опытным воином. I'm trying to do the extra high jump thing. That's above. Up. Паркур, конечно, здесь пока что медленный. Ну, как медленный? В сравнении со второй частью, да. We need, we're called Gotcha the Bearded. Там вообще по стенам летает. Oh, man. С помощью рывка. Is that the one? Oh, he's underneath. Okay, go to the one over here. Yep, this one needs to be on the right level. They're both underneath. Okay, that makes it a lot harder. Distract him out. Oh, I can distract him out. That's perfect. Come along, friend. There we go. Именно этот выбежал. Dead прикольно. Above. А ничего, что за ним смотрят, типа. And then прикольно. One more death from above, which is we have this. Тупо слепые смотрят в одну сторону за своим капитаном. Go this way. Somebody's sneaking around. I mean, playing the black hand is great fun. This is what I called it jokingly. А по-моему, в уроках в фильмах они просто. Work close whenever we would do. Они live же streams. Типа унюхивают, да? Perfect. All right, Fulgrim, you're now going to become our bro. Oh, is he just alone? He doesn't have any bodyguards. Он, right, он одинокий вождь. To see if there's anything we can take advantage of. Burning and бомжара вообще ничего нету, so просто we're ничего. Not gonna, and he has no chance, though. All right, so we gotta be. Ну, кроме мощного удара, так. Пфф, и то не работает, если он дерется против врагов. Try to burn him, because no chance is gonna be a real pain. Односторонняя система не видит. Как можно было это не продумать? Вообще просто не понимать. Just as, okay, I just want to see how this turns out. Yeah. So he's got the poison weapons as well. They've been upgraded a lot this time. Over here. There he is. Introduce myself. Hello. Come this way. Convenient fire and a big stack of grog. You left me to die, but it's you who'll suffer. I left you. Oh, look at the scars in his back. I love that one. He's got the daggers and the. Ты оставил меня умирать, но ты должен страдать. Ёпта. Broken. Hold on, let me hug you. Let me hug you. Дай мне обнять себя, пидор. Hug. Но он стремительный, он быстро бегает. You hear that? Oh! Не дадут, это тебе не Shadow of War. Brewer's not the time, okay? Wait for Shadow of War. Сейчас не время, жди Shadow of War. This way. Okay. No, wrong guy. Опа. Как-то глупо смотрится на самом деле. Дай ему убежать, он быстро бегает. Пускай он убежит немного дальше. А ты его тенью догонишь. All right, now if he gets away, I'm blaming our UI guy. Паркур сломан. А, он наверх полез. Ну все. Well, he's a raven. GG. You got this. Hey, just... thank you. I was trying to hit Y. А зачем он залез наверх? Спрыгивает? Насмерть? There we go. Follower time. I almost hit kill. And let's just dismiss. Horace the Brewer, new nemesis. Fulgrim the Raven is our new followers. One of the ways to get that victory. he deserves it. This way, what's nice too is like, Lady Call is available.
So for those of you guys who are curious to do more, so now he's our follower. This guy has a revenge target on him, and he's our follower. That happens. So we got him. He's now our follower. One of the other ways that you could improve making him more your follower is to go on more missions with him, so that we'll do the back. Единственный способ улучшить свои отношения с этим последователем, это ходить на его миссии, помогать ему, отправлять его на миссии, помогать, вся хуйня. So, but the other thing is, you can also just build up the same way that you would a nemesis, and then you brand them at the end of it, and then now they become your follower because you have a good interaction with them, and now they're your friend. So, that's a... То есть, создать себе заклятого врага, потом его приручить, и потом у вас, будут с ним топовые отношения. We're going to answer some more questions. I'm going to let Mike out of here real quick, though. I'll do one question. You'll do one question? Okay, yep. We'll do a question for that. So, we'll do some questions. We'll leave our dude will be joining us and spinning him in the background. So, let's see. Go ahead. Oh, I won't spin him. Вопросики, ну давай. It's quite all right. There was one question I saw on... Reddit, which was, if you've got the Game of the Year edition and you've got the normal edition, how does it choose? Сравнивают обычное издание и годовое, игра года. Which? Вообще-то с игрой года ты получаешь все дополнения к игре, а обычное издание — это обычное издание. One's to draw forward, and they both use the same profile, right. So it's basically whatever your most recent save is will be the one that it will use. So that was one of them. There you go. Let's see. So, question. Just as a heads up, the questions that we'll be answering are related to Nemesis Forge. After this particular live stream, I'll hang. Вопрос про кузницу этих заклятых врагов. Но после стрима он отвечает обычно даже на вопросы из Shadow of War. Я помню, сидел один раз. Hang out in chat, and once we turn off the stream and that kind of thing, I'll hang out in chat and answer a few more questions. But right now, Nemesis Forge. There was I like this bag. Considering how bloodthirsty the plotter is, can we? Сейчас они будут рассказывать про Кресария, что его, наверное, нельзя заклеймить. Have him as our nemesis for the ultimate challenge. Yeah, I just need a little flaming eye to hover above my head. That would work. Just put it over your head. Yeah. Oh man, if we had that thing, we could put it in the stream right now over your head. It would be beautiful. Wargame, why do the runes from the Nemesis Forge depend on Lord of the Hunt? It's an interesting question. I don't know exactly what that means. I don't think they do. Это как действуют ли руны из этого, Властелина Охоты, да, на кузницу заклятых врагов? На самом деле там половина моих рун из одиночной игры тупо не работает. Вообще. Ни хрена кроме, подсеивались руны, у меня была куча шлака, почти ничего не осталось, и все. Даже на луке даже не все 5 ячеек заняты, по-моему, 3 руны, и все. Остальные легендарные тупо просто пропали вообще. Там какое-то, видимо, ограничение, нельзя, наверное, какие-то сильно жесткие руны поставить. Пропало бег двойной, пропало время на 10 секунд. Эти критические удары задерживаются на 10 секунд дольше. Это тоже руна пропала. Пропала руна на увеличение урона, из лука. Короче, убрали все, чтобы ты не смог их так быстро убить. We needed to bring him in, so we had to get some people out and angry first. Oh, Ratbag, yeah, there was that bug there where he could get manipulated, but the hammer... did kill Ratbag. Didn't decapitate Ratbag, let me just say. But he did kill Ratbag. There you go. Короче, все. Ратбаг сдох. Alright, so, do you want to... Will scars carry over? Yes. Oh, there you go. They will. Они, походу, убрали этот глич, да? But, of course, our scars are a lot more detailed and nasty and diverse now as well. So it's kind of like... I think, actually... Kylo Ren's scar is carrying over in the movies. Что за странный геймпад какой-то стрёмный вообще. But they've slightly changed it. Xbox-овский, что ли? Да нет. Покупной, наверное, Logitech или чё. So it's kind of the same as that. That's pretty Xbox-овский. Cool. Не, да, Xbox-овский. Yeah, I was checking to see if it was in the Просто back. Не видно было.
No, you removed them for it. 360. Они вроде одинаковые, или нет? All right. Well, по-моему, там сенсоры есть. Depart, Улановские. Oh, I guess that's one of the follower friendship moments. All right. Well, unfortunately, I have to. Короче, мне надо валить. Mike, get out of here for a second. Пока. We're gonna do a video break real quick, so it'll just disappear for a moment. I'm так, still. I'm gonna пропадаем. Answering just two more questions, and then I'll hang out in chat and I'll answer some more. We'll tippity tappy those ones to you guys. Oh, thanks, Teddy Beware. Mike is way funnier than Jared. I'm heartfelt and comforting. That's what I get. Ему кто-то из чата сказал, что он типа подъебывает Майка, но он говорит, что нет, я его типа люблю. Ну, в плане не люблю, а уважаю. Let's see, questions and relationships. So, a couple questions. All right, so this one I saw a few times, which was, are the nemesis and followers going to be related to the story? We'll let you guys find that one out with Shadow of War. And so we're going to, like, the Shadow of War side, we're definitely going to keep this to a bit of a minimum, because there's so many fun things that we get to... Типа говорит, что могут ли заклятые враги играть какую-то ключевую роль в истории сюжета Shadow of War? Вообще-то да, потому что я уже это понял только что. Вот самый первый геймплей, который нам показали, там же на стенах были чуваки в серой гости, которые типа разговаривали, ну так круто, как сценами, знаете, вы же сами видели. Это было мое самое первое видео, оно просто бомжарское, я стыдно как-то даже. Но там было видно, что заклятые враги реально играют роль. Ну, потому что там, типа, вот этот чел, самый первый на стене, он такой, ты меня убил, ты меня кинул, я тебе доверял, все, блядь, все. Share with that. Teddy Beware, oh my god, you noticed me? Yeah, read chat. Let's see. So, we have a couple more specific, like, integral questions related to, like, can you transfer a guy if somebody died and that kind of thing. So the final, the set, is that your latest save that you have and the guy with the icon over their head, those are the ones that will transfer over. А, то есть только поцики с... Ну, это понятно, поцики только с иконками переносятся, не все, которых ты заклеймил, допустим. Those, there's zero exception to that, that I'm aware of. Let's see. I want to get my guy up to war chief. How do I do this? He won't kill me. Any tips? Да мне не надо, в принципе, их переносить. Там с Gold Edition идут вот этот чувак в капюшоне, от которого я просто теку. Блять, лучший урок, которого я только видел. Он в капюшоне с таким мечом. Боже, ну, ребята, это просто шедевральный предзаказ. Some tips that you can have. Do conflict missions and have this just... And even if they lose, as long as they live and run away, that's good. Knocking down their health and having them run is good. Doing a mission and having them see you and running is good. Those are all ways that you can make them pop up within those lists. Опять рассказывать, как создать заклятого врага. So, other questions. How do we force a revival? Go ahead and Google that on YouTube. You might be able to find out a way. There's a couple people who've had some pretty clever ways of getting that done. Как воскрешать типа этих? I see a actually, I think... Да, в натуре, на ютубе там. Да, о, блядь, это всем понятно. Умираешь просто кучу раз, три раза умираешь, и потом просто убиваешь его любым путем, без взрыва головы. Все, потом начинает прибегать. Mr. J. Fro was the individual that we did a... Happy birthday, man. С днем рождения, yeah. Блядь. Nice to see you. Let's see. And couple more. Can we reset the Nemesis Forge? Shoot Joe, that style question. I'm assuming what you mean is like if you kill off everybody, yeah, then that will you kill off everybody and the new Uruks will come in and fill it back up again. So ну, это я уже сегодня понял, что если убиваешь Уруков, они появляются снова, и сведения про них автоматически, то есть они как только забегают вот эти темные Уруки в армию, они сразу открываются, so у них все, сведения, все хуйня. That way you'll ensure that you don't have the Nemesis or the follower that you don't want in there. Let's see. So, eventually we will show a Nemesis Forge transfer, and whether we'll do it before or after the game comes out, I'm not 100% sure. It depends on our calendar and depends on what certain things pop in there, and I mean, there are a lot of things we want to show you, so that was one of them that we want to show you, but we'll let you... Пиздец, много вещей, которые мы хотели вам показать, это, блядь, ёбаная кузница заклятых врагов. Спасибо, блять. А я вот сам вот за полдня нахуй не понял, да? Вот вообще, ну никак. Можно даже посмотреть, сколько, блять, работает этот ебучий компьютер. Не знаю, ну, может, немного, я перезапускал.
Ну, 6 часов, хуйня. Там еще часов 8 от перезапуска. You know if that's something that we'll do. Might be like another video. Something quick. Karagor Rider, can your friendly Uruk betray you? If you're in Shadow of War, of course. If you're in Mordor, no. Let's see, I'm gonna grab one more quick one. Да, вот прикольно, что в Shadow of War они научились передавать, а вот в первой части нет. Хотя... And then I'm going to chat a little bit, actually, about the fact... Actually, you know what? Let me talk about this now. We want to see your guys's nemesis, your guys's follower. We want to see that kind of stuff. And if you're somebody who has yet to play any Shadow of Mordor, there's a free weekend going on right now. So we're going to pop that quick. Free weekend, check this out. You got free trial... До 9 числа. То есть до конца воскресенья. В час дня закончится. Up there, Middle-earth Shadow of Mordor, Xbox One. Скидки до 10. 10 утра 10 числа. And you got Steam. Okay. You have the times up there too. So if you have yet to try playing Shadow of Mordor, то есть он ставится на паузу, если сворачивать. These guys will still transfer over to Shadow of Mordor. So that's, I mean, whatever you want to do to create the guy, you've got that option. If you still want to buy it and you play it, you know, have a lot of fun and a little bit more time, sale price 80% off, Xbox One, PlayStation 4, Steam, those are the times too. So those are all the opportunities in that regard. And yeah, so that's a pretty good one. There's also, I'm going to leave this up for a little bit, so I'm taking a moment to answer a question, which, and then I want to move over to show you guys where you can share all your Nemesis' followers. First Twitter, of all, where the Beards of the Orcs inspired by you, Frofrost Wagons. What a name. I actually grew a beard in response to the Uruks. It was the other way around. I was just so motivated by them. Like a nemesis from Forge. You can only transfer one. Only one. One of either. Just getting that one. All right. Places. Links down below if you're on... В общем... Час ночи. Стримчик, ну такое. Не знаю, зачем его перевел. Ну, вы проси. Вот я перевел. Ссылки будут в описании. Усталый, чё-то пиздец. Ну, спасибо за просмотр всем, кто действительно досмотрел. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите в комментарии, я отвечу. Все, блять, в жопу пойду спать, короче. Спокойной ночи, всем удачи.